Ой, вот, в общем, у нас сегодня 25 января 2018 года. Это Матильдочка. Матильдочка в платье. Такое, оно немножко мало. В общем, она, в принципе, практически красотка. Но платье-то ей оказалось мало. Она его хочет снять. Это вот то, что я сегодня заказ получила, выкупила. В магазине Wildberries. Косметика, будильник, чайничек. Чайничек с цветочком. Я коллекционирую эти чайнички с цветочком. Я уже такие покупала. Матильда коллекционирует чайники с кошками. Вот у меня такие чайнички с кошками. Это Матильда коллекционирует. Я коллекционирую с этими, с бабочками. В общем, с бабочками и другими. В общем, сегодня еще купила. А, самое главное, яйцо. Где это была упаковка? Яйцо Фаберже. Нет, это вот яйцо. Яйцо Фаберже, которое я еще не распаковала. Вот еще купила. С бабочками. Яйцо Фаберже. Матильдочка. Матильдочка, сиди пока, сиди. Вот Матильдочке неудобно. Неудобно в платьице, надо сидеть.